Всем привет! Сегодня покажу, как поменять масло на детском квадроцикле УЛ-125. В самом начале прогреваю двигатель до рабочей температуры, глушу его и с правой стороны по ходу движения квадроцикла за правой подножкой укручиваю пробку щуп и в нижней передней части двигателя укручиваю сливную пробку, через которую буду производить слив масла. Пробка вот он. На данном типе мотора поддон и на двигатель, на коробку общий, поэтому масло меняет сразу везде. Жду, когда досливается, докапает масло, после чего закручу сливную пробку обратно. Масло в двигатель заливаю через отверстие для пробки щупа. Уровень масла в двигатель меряется щупом. Здесь есть уровень максимума, есть уровень минимума. Я залил 670 мл масла. И для того, чтобы померить, необходимо вставить пробку щупа до резьбы, не вкручивая. Залил масло ровно по максимуму. Обратно вкручиваем пробку щупа. После этого необходимо завести мотор, заглушить, дать ему постоять и еще раз произвести контрольный замер. Включаю зажигание, активирую тормоз и завожу. Теперь 5-10 минут дать ему постоять, чтобы масло стекло, и можно производить контрольный замер уровня масла. Давайте сделаем контрольный замер. Покручиваем пробку щуп. Обязательно надо ее протереть. И делаем контрольный замер. Ставил до резьбы, достаю. Уровень масла по максимуму. Закручиваю ее обратно. Масло заменено, квадроцикл готов к эксплуатации. По поводу видео. Видео не является пошаговой инструкцией к действию, носит рекомендательный характер. И на этом всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до свидания.